Община храма в Каннах надеется на помощь России в реставрации. Москва, 16 ноября, РИА Новости. Храм Архангела Михаила в Каннах принадлежит России. Община верующих надеется, что силами Российской Федерации в нем будет проведен капитальный ремонт, в котором храм нуждается, рассказал РИА Новости староста прихода храма Владимир Янсен. Суд французского Грасса признал церковь Архангела Михаила в Кане собственностью России, сообщил ранее РИА Новости настоятель приходской общины Архангела Михаила, представитель первого иерарха русской зарубежной церкви в Кане иерей Антоний Адайский. По его словам, эта победа не является окончательной. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде. Это Российская Федерация, это их земля. Что будет делаться, мы еще не знаем. Мы только знаем, что это будет делать Российская Федерация. Это их территория. Мы надеемся, что будет делаться ремонт. Мы только этого и ждем. Конкретный итог, сказал Янсен. Подача апелляции в суде, добавил он, не вмешивается ни приход, ни централизованные религиозные организации. Русских приходов архиепископия с центром в Париже и Русская Православная Церковь. Храм, по словам старосты, разрушается и требует капитального ремонта. Дерево внутри него прогнило, в схожем состоянии находится и некрополь. Нам говорят, что Российская Федерация хочет построить здесь центр культуры, генеральное консульство. Это все зависит от Российской Федерации и Министерства иностранных дел, добавил староста. Храм Архангела Михаила, согласно информации, на сайте прихода был построен в 1894 году. В 20 веке он, его община, принадлежала к Русской Православной Церкви за границей. А в 2000-е годы приход сменил несколько юрисдикций, в итоге войдя в состав воссоединившейся с Русской Православной Церковью в 2019 году архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.